Представьте себе время, когда ничего не существовало. Ни звезд, ни галактик, ни даже самого пространства. Лишь бесконечная пустота и нечто большее. А затем это случилось. Взрыв, разорвавший тишину, породил время, пространство и материю. Вселенная родилась. Потоки энергии бушевали, рождая первые частицы, протоны, нейтроны, электроны. Так началось построение всего, что мы знаем. Но первое время Вселенная оставалась непрозрачной, погруженной во тьму. Только через 380 тысяч лет свет смог прорваться, наполнив пространство фотонами. Так началась новая эра. Под действием гравитации облака газа сжимались, формируя первые звезды. Их яркий свет пронзил первозданную тьму. А взрывы первых сверхновых породили элементы, из которых позже возникли планеты и сама жизнь. Медленно из хаоса рождался порядок. Огромные скопления звезд объединились в галактике. Среди них наш Млечный Путь. 4,5-6 миллиарда лет назад в одной из галактик вспыхнула звезда — Солнце. Вокруг нее кружились осколки космической материи, которые со временем слились в планеты. Среди них была Земля — наш дом. Сегодня мы видим Вселенную во всей ее красе. Бескрайние галактики, миллиарды звезд и неизведанные глубины космоса, которые мы только начинаем понимать.